Как играется ария «Потерянный рай»? Мало того, что сейчас утро раннее, еще не проснулся, так еще и такую песню попросили сыграть с охрипшим голосом. Ну, попробую. От края до края небо в огне сгорает, и в нем исчезают все надежды и мечты. Но ты засыпаешь, и ангел к тебе слетает, смахнет твои слезы, и во сне смеешься ты. Засыпай, на руках у меня засыпай. Засыпай под пение дождя, далеко, там, где небо кончается край, ты найдешь потерянный рай. Во сне хитрый демон может пройти сквозь стены, спящих он умеет похищать. Бояться не надо, душа моя будет рядом, твои сновидения до рассвета охранят. Засыпай, на руках у меня засыпай. Засыпай под пение дождя, там, где небо кончается край, ты найдешь потерянный рай. Подставлю ладони и болью своей наполню, печалью знаком бурной темноты. И ты не узнаешь, как небо в огне сгорает, и в нем исчезают все надежды и мечты. Засыпай, на руках у меня засыпай. Засыпай под пение дождя, там, где небо кончается край, ты найдешь потерянный рай. Ну, пойдет более-менее. Теперь как она играется? Вначале, ну, аккорды АМ, F, G, C, G. Вот. Припев F, G, АМ. Теперь бой. В куплете первом играется вниз, вверх, вниз, вверх. Ага-да-да. Ну, и та-га-да-да. То есть вниз, вверх, вниз, вверх. И та-га-да-да. То позиция руки такая же, как в бой галоп, который мы с вами на 11 уроке учили. Для тех, для кого это темный лес, кто не умеет такими способами играть или что-то сложно, ссылка в описании на мою видеошколу или вот здесь по аннотации, где мы с нуля, урок за уроком, учимся всеми этими способами играть. Так, медленно еще раз играю бой. Понятно? И начиная с припева, играется такой бой. То есть идет.
Вниз, вверх, щелчок, вверх, вниз, вверх. Вниз, вверх, щелчок, та-та-та. То есть на аккорде АМ уже два раза играется. Ну или там в такой же промежуток еще можно вот ударами какими-то разбавить. Вот, только щелчок не глушится. Начиная со второго, вот с припев, когда начали играть, и дальше продолжаем оставаться именно на вот этом ритмическом рисунке. Играем так второй куплет, второй припев и третий куплет делаем модуляцию. То есть на тон, то у нас был АМ первый аккорд, съезжаем на тон выше, первый аккорд получается АШМ, второй G, третий А и идет ДА. А, ну вот такой тут бой еще присутствовал. Медленно играю, повторяйте. Медленно. Попробую щелчки поглушить, чтобы более отчетливо мы могли его сделать. Вверх, щелчок, вверх, вниз, вверх. И отсюда можно. Подставлю ладони и болью своей наполню. Ну, орать, конечно, тут приходится так. С утра очень тяжело, конечно. Он и так завывает там Кипелов, дай боже. Вот и все, в принципе. Надеюсь, все понятно.